Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно твой состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они сотого уровня полностью прокачаны и все платиновые. Ребята, кто хочет себе сотый уровень, кучу баксов, мутагена, любого персонажа, подписочку Додзе навсегда, срочно пишите нашему подписчику, ссылка на него есть в описании к этому видео. Говорите, что от команды Detol, и вам будет бонус, количество бонусов ограничено, так что ссылка в описании, пишите как можно скорее, чтобы получить бонус. Да, ребят, так, а мы отправляемся в Лигу Мастеров, и, конечно же, команда Detol на первом месте, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Кто же этот счастливчик? Так, а это у нас Дарья Ефремова. Даша, тебе лайк и сердечко, подписалась, так поставила, поделилась с друзьями, отлично. Так, состав Лисица, Карай и Шинигами, конечно же, девчонки у нас идут в бой. Круто, так, вот Лисица, Карай обычная или... Ну, крутая. Карай обычная, да, не змея. Так, карайка. Вот Шинигами и Карай вместе, Шинигами, поехали. Карай. О, отлично. Ребята, не забывайте, что в видосик попасть нужно обязательно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Конечно же, поставить лайк и написать три персонажа в столбик в комментариях. Либо три загадки, мы будем их разгадывать. Да, ребят, все очень легко, и у нас первый противник будет Курочка. Давай с нее начинайте. Кстати, можно было двойную атаку использовать, но это тоже неплохо. Да, можно было бы двойную использовать, но она пропала уже, к сожалению. Давай добьем ее, мощной атакой мы ее поразили. И здесь у нас дальше, наверное... Донни атаковать, наверное, все-таки, да, потому давай что защиту Донни может повесить, у нее и массовые атаки есть. Ну, то есть, все четко сделать. Кусаригама, ребята, идет в бой, от Шинигами, 5000 дамага, очень неплохо. И кто у нас там? Ага, Майки, Бельчат отправляет, ого! Да, и... Ух ты, даже уклонение нам не помогло, посмотри, он много на самом деле урона нанес. Очень много, но это Бельчата, и это 200% урона, и Майки 80 уровня, в принципе, все сопоставимо. Так, Рокс-Дикролик мчится просто и врезается в Карай, промахивается, но хотя бы здесь уклонение сработало, и это радует. Так, у Донни как раз двойная атака открылась, мало хелсов, надеюсь, мы его отправим отдыхать. Да, есть да, такое. Все хорошо. Так, шикарно. И теперь, я не знаю, давай Рафа. Ну да, по Рафу, давай по Рафу. Мощная атака и от Карай. Попробуем снести ему хотя бы пятерочку. Нет, 2400, но постепенно урон есть. Да, неплохо. Так, идеи летучие мыши. Просто запускаем их и... 6880, отлично. Да, неплохо, неплохо. И сейчас попробуем вот атаку лапками. Да, ну-ка смотрим, Лисица, давай атакуй, 3700, и Майки в ответ нам бьет. Да, мощная атака бьет в ответ, но мимо, конечно же, уклонение нам помогает, и здесь у нас обычная атака от Карай, потому что массовые, ребята, мы не используем. Многие пишут, почему вы используете массовые атаки? А потому что с массовой атаки можно за 2-3 раза разбить всю команду и победить, и это неинтересно, к сожалению, противники у нас всего лишь 80 уровня. Все верно. Так, ну что же, Лисица, давай атакует. И нет, не добивает Майки. Обидно, очень обидно. Там чуть-чуть ему как раз осталось. О, это что такое? Помощь была или что? Да-да, это помощь. Ого. Это работает. Круто. Способность, вот эта вот пассивочка, которая есть у нашей Лисицы. И Шинигами достает, призывает демона. Да, гипноз, ребята, клоун, демон. И, конечно же, у нас мод. Массовая атака. Как только один персонаж остается, можно массовую атаку использовать. И, конечно, нанести максимальный дамага. Так, смотрим, пеньковая атака. И добьет? Нет, 490. Нет. Карай, наверное, добьет уже. Массовая атака от Карай и отправляем отдыхать кролика. Победа, ребята, следующий составчик от нашего подписчика. И кто же счастливчик? А это Turtles Ninja. Есть такое. Я не был в видео ни разу, я смотрю канал с 2016 года. Я подписан и поделился видео и лайк поставил. Ну ничего себе, с 2016 круто, года. Спасибо большое. 4 спасибо года большое. Уже, да, и правда, что существует наш канал. Так, Сплинтер мультик, Лео Космос и Раф классический. Давай брать их.
Так, Сплинтер, мультик один, единственный и неповторимый у нас. Лео из космоса был здесь у нас впереди. И Раф, классик, глазастик наш, сейчас мы его найдем. Вот оно. Это классик? Выбираем. Да, это поехали. Поехали, ребята, в бой. Не забывайте, чтобы видосик попасть, нужно обязательно поделиться в соцсетях этим видео. Поставить, конечно же, лайк и написать три персонажа в столбик в комментариях, либо три загадочки, мы будем их разгадывать уже в следующем видео. Так, ну тоже, давай с Эйприл начинать, потому что у нее есть лечение, она может очень сильно помочь своим союзникам. Да. Бластером атака, ребята, мощная на 3500, неплохо. И здесь, наверное, мощную атаку от сенсея, и мы прощаемся с Эйприл. На 100%. 6300, очень хороший урон, и, наверное, Крисом Брэдфорда, да, сейчас будем атаковать? Было бы хорошо, да, у него такие давай, неприятные. Лючком. Давай, лючком. Из Нью-Йорка прям прямиком люк летит у него, и 4000 слабовато. Да. Майки в невидимость уходят. Так, конечно, куда еще? Как всегда, он исчезает. И иммунитет вешает против дебафов. Ай-яй-яй. Ах, вот она, ребята. Могучая сила защиты у нас от Криса Брэдфорда. И, конечно же... И что наша обезьянка делает? Защиту. Ну-ка. Дважды. Защиту повышает. Блин, ребят, тяжело будет. Честно, будет нелегкий бой прям. Слушай, получается, что он и защиту повысил, еще и атаковал. Как макака постоянно два раза атакует? Что за лайфхак? Не, подожди, защиту повысил Крис Брэдфорд же. А, это просто была атака, да? Да, это просто была атака, такая телекинез, поэтому все нормально, все четко. Ну-ка, давай попробуем. Сквозь защиту, конечно, сложновато, ребята, плюс иммунитет работает. Ну, сенсей, красавчик. И мы добиваем. Так, ну что же, теперь доктора Рокколи будем атаковать, да? Давай по нему. Да, давай обычная атака, я что делаю? 3600, ничего себе обычная атака. Хорошо. И Лео. Да, меткость понижает. Ну, не очень, но зато меткость хорошо понизил. Так. Так, ну что же, ракетница у нас летит. По всем попал. Смотри, у Рафца игре очень мало здоровья осталось. Да, есть такое дело. Ну что, добиваем макаку постепенно, по чуть-чуть. И последняя, наверное, атака, да, есть. Очень Ваня хорошо. Смотри, даже, я думал, у Майки спала невидимость, а оказывается нет. А, вот, а, вот спал. Кстати, говоря. Может, добьем его? Да, давай, у него совсем мало хелсов, и Ваньку оставим на закуску. Так, Ванька, 2200 тебе. И, конечно же, массовая атака. Гидрант, пожарный, мощный. 4000 урона, ребята. Это победа идеальная. Шикарная победа, ребята. Мы отправляемся дальше. Следующий подписчик. А, это подписчица. У нас Оксана Сидорова. Оксана, тебе лайк и сердечко. Так, поделилась, подписалась, лайк поставила. Раф, Майки и Сплинтер. Вот такой у нас обычный состав, что загадочки сегодня нам не попадают. Самый простой, да, состав, так понимаю, обычные черепашки из мультика. Да, тут у нас получается обычные, да, Раф, Майки, конечно же, Сплинтер. Вот Майки. Да, ребят, вы не забывайте тоже загадочки писать. Загадочки — это хорошо, мы все их любим. А, Рафик у нас контр-атачер, мощный и неповторимый. Где он у нас? Злобный такой немножечко у него взгляд. Я чуть подальше, сейчас мы его найдем. Суровый взгляд у него такой. Вот он. Поехали. Вот он, отлично. Погнали. Ребят, нужно поделиться, кнопочка поделиться под видео, поставить лайк и написать три персонажа столбик в комментариях, и вы попадете в это видео. Все очень просто. Так, смотри, здесь есть Майки, давай с него начинать, который есть справа. Нет, Майки. Поэтому он нам особо не интересен. Да, этот Майки интересней, 2500, но все равно сейчас танцует. Конечно же, танцует у нас Майкос, это любимая его атака, точнее пассивочка, которую он применяет. И сенсей, давай, я надеюсь, сенсей сейчас его добьет. Есть, но он все равно атаку повысил. К сожалению, так. Игорь, можно провокацию сделать, и все будут атаковать Рафа, он будет контратачить? Да, давай так и сделаем, вот это у нас провокация. Третья способность. Да, третья способность. Пожалуйста, у нас будет защита и провокация. И Раф всем, конечно же, даст хорошенечко. Крит повысил, защиты нет. Да, к сожалению. Почему он защиту себе не поднял, а вместо этого крит? Я вот не знаю. Обычно наоборот, да? Да, о, две контратаки. Смотрите в студию, пожалуйста. Бам, 1600. И 4500. Вот это да, вот это он кританул. Очень мощно, ребята. Мощная атака от Рафа по Рафу. Ого, 5500! Это было больно, это было очень что больно. Надеюсь, Раф доживет-то у нас хотя бы. Я вот не знаю. До конца боя.
Может, уклонение повесить? Смотри, рапа можно добить. Да не, мне кажется, надо просто добивать. Ну ладно, давай. Давай попробуем. Тем более добить. У нас теперь защита появилась у рафа, поэтому нам будет полегче. Она, видимо, защита появляется, когда меньше там 30% хелсов, да? Ну-ка. Возможно. Возможно, какой-то такой эффект. Я если что-то точно не помню. Так, отлично, два персонажа остались. О, по единичке теперь бьют все, это очень хорошо. Ну, тут 600. Здесь 669, но на самом деле это не так много. Так, двойная атака от Майки, я думаю, что добьет он Майки, который лесной у нас. И отправим его отдыхать, отлично. И очень тут хорошо. Уже выход сенсея. И здесь прям на изи. На изи сейчас добиваем, прям мощная атака, заряжаем. Да, давайте. Мощная атака от Рафа. Я думаю, что отправляем нокаут. И, конечно же, побеждаем. Нет, промазал. Прикинь, но у него была меткость понижена. Такая атака была. О, промахивается. Прикинь, по Рафу. И вот она, контратака плюс защита. И Майки добивает. Есть, ребята. Не забывайте ставить лайки и подписываться, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.